общем, на чем-то на этом остановились. Игу. Что ли? За дедушку главного персонажа играем. Да ты угораешь. Как там я тебя бил-то в прошлые разы? Дай посмотрю. На нем защита стоит. Я думаю, ее надо снять. Так, спел, диспел. Там пятигранная, да? Красная. Spell, enchant, красным. Нет, он щит что ли успел поставить, выдает. Мне же должен его дамажить. Нет, здесь я его дамажу. Ну. Окей. Я надеюсь, он просто... Просто у него много хп. И я его на самом деле дамажу. Очень на это надеюсь. Да успокойся ты. Эти винтовку-то я так и не взял. Из шкафа. Где-то, видимо, что-то пропустил. Сам починился. Ну, как обычно.
Ты дамажишься вообще там, нет? Так, на какую кнопку у меня стоит заклинание? Magical Attack влево или Y? Хорошо. Югрик. Да, пробуем югриком его ударить. Вроде дамажится. Опять-таки. Хазе. Козел. Это Кириллиус. Я вчера об этом говорил. Что значит нахуя? Типа, людям на свече не нужен Хогвартс Легаси? Или чё, о чем ты? Или типа, тебе графен не нравится? У тебя даже свеча нет, чё ты тут возникаешь вообще? Да, 10к рублей. Ну, кому надо, тот купит. Опять-таки. А типа, на опеке он не 10к стоил, да? Странный ты. Нам не надо сохраниться. То что-то, мне кажется, я многовато всего сделал. Что это? Это Звездные врата? Круг силы. Окей. Ну, я подозреваю, что нужно... Нет? Что ты хочешь от меня? Да сейчас половина игр так стоит. Вы, блядь, за играми не следите, что ли? Сидите удивляйтесь. 10к за игру, охуеть. В NVIDIA зайдите, посмотрите, сколько там новинки стоят. Потом, блядь, пишите. Так, это древний город. Эссенцию древних. Такое у него назначение может быть. Угу. Может быть, я через это могу просто пройти? Окей. Я тоже не особо слежу. Я просто к тому, что они действительно столько стоят. От 8 до 10, до 12, наверное, даже. Чему удивляться-то? Нам, блядь, игры никто не возит. Поэтому наши ритейлеры цену завышают. Чему вы удивляетесь? Так, давай попробуем что-нибудь нажать, например, первую. А вторую уже нельзя нажать? Окей, и куда это?
Что это такое? Паргон. Не совсем понимаю, что в чем смысл. Бьете твою мать, где я? Куда меня все кидает? Ты это что такое? Это что, блядь, хижина в лесу? Кто знает, о чем этот молодец, я думаю, да? Монстры за какими-то стеклами стоят. Тебе ничего. Сейчас все вылезут, будешь с ними драться. Вот, пожалуйста. Доигрался, мать твою. И что ты типа думаешь, играя с ними буду драться? Я просто убегу. Нет. Нахуй мне это надо. Что мне будет с того, что я их завалю? Ты меня не убедишь в обратно. Я ушел. Где мы вообще оказались-то? Какой-то город древний, что ли, лавкрафтовский, или что? Чего я не пойму? Чего? Ого! Мы здесь были. Да, мы здесь были. Вот так вот, да. Я понимаю так, нужно в каждую зайти, нажать кнопку, дверь откроется в центральном холле. И, возможно, мы что-то итогом получим. Руну силы зачем-то мы вставляем? Зачем мы ее вставляем? Что, другую нельзя? Вдруг мы что-то усиливаем, и будет только хуже. Эти ракурсы за километр. Тянуть рубильник. Так, а я в прошлый раз сначала потянул. Чего это? Ничего. А она потратилась, кстати? Нет. То есть он выпил из фляжки, но не выпил из фляжки. Ишь ты как. Не-не-не-не-не, это система куража. Привет, Блэдер. Это ликер куража. Ликер куража. Это меняет дело, да? Очевидно. Ну погнали. О, нет.
Ну, это не важно, на самом деле. Зеленая. Замри. Сэнити, повышим. Повышим, 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 повышим. Опа! Повышили. Мне нравится эта система. Это кто был-то? Какое тело лежит. Оу, теперь я могу выбирать. Красная, наверное. Да. Красная. О, боже, блядь. Да нахер ты пошел. Не буду я с тобой драться в еще один раз. Я и так почти всю амуницию потратил на тебя. В жопу ты пошел. Ты серьезно? А что я открыл? У меня полная полоска только что была. Все, нету ее. Этой полоски. Она исчезла. То есть мне что, с ними драться нужно обязательно? Да, в рот ты пошел, давай. Нет, ты веришь в это говно или нет? Ты веришь в это говно? Он щит кастанул на себя. Щит он на себя кастанул. А, подожди, тут еще что ли есть что-то? Я, может, зря... Да, я зря. Окей, все, я нашел выход. Так, у меня 4... Осталось этого. Я бы систему вменяемости чуть получше бы сделал. Как-то она в момент улетает и... Просто, ну, на данный момент чем меня игра может удивить? Я уже 10 часов играю. Так, сюда можно только парагон. Десять часов спустя вряд ли что-то игра новую покажет мне. Я устал.
Здесь уже были. Да в жопу иди. Да тут любая нежесть крадет. Как только ты вступаешь в контакт с ними в близкие, они начинают смотреть, и полоска просто улетает. Фаталити делаешь, она устанавливается. Другой момент, что ты, если не хочешь драться ни с кем, у тебя полоска просто будет улетать бесконечно. Пока у тебя не начнет хп отниматься. Окей, последняя. Буду надеяться, что последняя. И все сработает. Так, дружище, почини себя, ты заебал. Рекавер. Зеленая. И жахни заодно щит заново. Окей, и сохраниться. Смотри на это говно. Тут еще один такой, что ли? Блять, он дверь охраняет. Не то чтобы это, конечно, важно, скорее всего, это сейчас откроется. Но факт того, что он стоит перед дверью, меня не очень радует. Ай-яй-яй, больно было, кстати. Я надеюсь, ты там не поставил щит? Поставил, сука. Так, давай покидаем. У меня желание с тобой драться. Какая-то скучная локация, на самом деле. Тут не одно и то же происходит. А чё вон то до сих пор не открыто? Странненько. Очень странненько. Окей, что теперь? Я типа все включил. Все. Блять, сколько их здесь? Сколько их здесь? Подожди, подстоять. Да вы упоролись, что ли? Еще 4. Еще 4 двери. 3 было достаточно. Зачем вы... Я, конечно, понимаю, что мы делаем заклинание. Скорее всего. Бантарок. Так, подожди. Что я поставил? Что мне нужно за заклинание вообще сделать? Ну, в теории это заклинание. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, да? Что за заклинание мы можем сделать?
Я просто боюсь, что мы сатану какую-то воскрешаем, и сейчас мы сделаем заклинание, которое усилит ее. Или что-нибудь типа того. И лишь бы не облажаться. Какое заклинание? Reveal Invisible, может быть? Да, ну, звучит вроде ничего. Наракат. Рагармор. Наракат. Я просто боюсь, что там нету. Да, нет, только не этот пес, блядь, который выкачивает все подряд. Не-не-не, я домой. Я к зеленому не пойду. Отойди. Сиреневый. А что сиреневый дает? Подожди, нет. Синий. Такого не играли? Что это за гигантский гроб? Я не уверен, что активировалась хрень. Потому что я когда вернулся, я не слышал звука никакого. Бля, серьезно? Серьезно, ты решил встать перед дверью? Spell Magic. Какая там печать? Пятигранная? Сда тебе. Отошел от двери от моей. Странная вещь в игре происходит. Да, есть такое. Так, я не совсем понимаю. Мне не сюда. А куда мне? Ты хоть обкастуйся там. Да все, успокойся. Вот это открылось? Видимо, да. Хорошо.
Когда у тебя игре дичь не происходило? Мне кажется, она с первых минут эта дичь происходит. Только еще две нужно активировать, помимо этой. Ну, из этой надо выйти. Надо сохраниться. Нажать кнопку сохраниться. Паракон. Бля, я только сейчас понял, что здесь еще есть и большие печати ведь. Еще больше 8 есть печати. Семи, по-моему. Капец. А сколько эта игра долгая? Я реально уже часов 12 играю или 10, там ничего упало. Бангарей! Так крикнул Бангрей, как Питер Пэн. Да ты угораешь. Я не буду с вами драться, нахер идите. Минус моя вменяемость. Дружище, ты пытался. Скорпион какой. Я тут подумал, мне нужно это того на этого вот этого. О, е, паста. Acute face. И да начнутся глюки. Или не начнутся. Что у тебя там за ивенты? А? Keep pace. А? Keep pace. Это Шаган. Шаган больше всех вчера кричал, что игра говно. Сегодня он пришел всем славянский зажим яйцами. Оригинальный ты человек. Ну. Ладно, успокоим это наше сознание. Система магии с одновременно отстой и одновременно клевая. Потому что ящеры просто малыши. Арагон. Давайте друг с другом делить. А я это пойду. Не интересуют разборки с вами. Так, но мы через эту комнату еще возвращаться будем, я так понимаю. Блин, они вот наделали большую локацию, а что-то толку? Она какая-то пустая все равно. Если не то, чтобы хочу драться тут с кем-то. Двери все открыты.
Меня никто не заставляет драться ни с кем. Так зачем я буду это делать? Хоба, вернулся, все. Так, сейчас, я так понимаю, придется назначать еще один символ. А че, какой первый-то был? Нарокат? Да? Так, бэк-канцел. Что я хотел сделать-то? Reveal Invisible. Чек. Нарокат Редгармор. Окей. Редгармор. Но это очень усиленное заклинание, которое позволяет увидеть что-то. Не сработало. Не сработало, что ли, лол? Кирюс, ты же понимаешь, что он это не для... Не для... Не для нас. Делает. А для своего начальства. И для инвесторов. Так, проблемка. Очевидно, нужно было сделать какое-то заклинание. И есть подозрение, что я знаю какое. Вопрос, что это за заклинание? Руны. Так, банкарок. И что еще? У меня есть такой символ. Что-то похожее на зайчика какого-то или что-то типа того. Который? Вот это что ли? Паргон? Да, ну. Похоже на то. Да угомонись ты, ёптвою мать. То есть на воротах видно символы. Такое ощущение, что это просто все символы, да? Еще раз. Диспел, может быть, нужно сделать было. Там написано, что нужно убрать магию. Диспел. Нетрек Рагоморт. Странно. Один выключился только. Вот этот. То есть это значит, что я одно правильно сделал? Нетрик. Нетрик.
Нетрик. А, вот и символ. Чё я, блядь, туплю-то? Угадал! Я бой! А, ну бежать из города? Замечательно. А сохраниться я могу? А то мало ли. Let's go. Let's go, 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 go. Это, конечно, не самый лучший выход. Да-да-да, парка, парка. Делай славянский зажим Перуна. Ой-ой. Вы сейчас на полном серьезе мне хотите впихнуть двух таких челов, что ли, чё? Подожди, мы пришли, теперь мы просто уходим? А что мы сделали тогда? Мы просто какое-то древнее зло выпустили, что ли, или что? Ну, город все еще трясет. Не знаю. Окей. Оу, воу! Упс. 48 лет спустя. Ну, сейчас он умрет, скорее всего. Да? Очевидно. И ему голову снесут, оторвут или еще что-то. Кусь. Это киллер. Интересно, что как будто бы это последняя страница была. Yes. Your colony of guardians in the ruins of Engar has been eradicated. A great magic wrought massive destruction there. Not a single guardian escaped. Your concern is touching, but out of place. There are other guardian colonies. The loss of That is the only disaster you report? Yes, my magnificence. There are no others. And what of your treachery to us? Treachery? Oh, Ingutine. It matters not that you bear us ill will, Augustus. It will come to no end. You lack the power. Думать, что он предаст ее. The future has unfolded before me. Through a vision, one of my many visions. A vision of my conquering the absent horror. Uliath, master of the plains. The magic of the plains is no match for the power of the mind. And thus, it will be destroyed. Then the gate shall be opened, and you shall once again grace the earth with your presence. Okay. Так, нашла бумагу между страницами тома. Записка от Эдварда. Хорошо. Мне бы это, вменяемость восстановить, будьте любезны.
Окей. Чё за записка? Угу. Так, я ставил маленький сюрприз. Чтоб ты смогла продолжить. Если ты что пишешь или что-то типа того. Типл. Типл. Что такое типл? Незнакомое слово мне. Бочки в подвале. Окей. Он мне что-то оставил в подвале? Я так понимаю. Жду не дождусь, когда в этой игре за нее нужно будет играть только. Потому что она быстрая. И клевая. Так, бочки. Вот это что ли? Нет. Пикакс. А? А зачем мне пикакс? Я что-то могу сломать здесь или что? Нет. Что я могу пробить? Сейф, кстати, все еще не открыли. Стетоскопа не хватает. Спасибо. Спасибо, игра. Стена на втором этаже. Да? Мы наконец-то узнаем, что за ней. Да? Да! Эх! Хорошо после трудного... Это как там Баги говорил? После рабочего дня выпить пивка, блин. Оу. Оу. Чё? Чего? Чего? Максимилиан, ты чего хулиганишь? Ты чего наделал-то? Максимка? Максимка? О, тут круг силы. Воу-воу-воу-воу-воу, тут круг силы. Какой? Сколько? Три? Dispel Magic 3. Красный, надо зеленый. Синий. Он синий надо. Да надо синий, что я делаю-то. Не самая светлая идея. Это что? Джим Керри? Из этого. Ну как он? Ну знаете. Стетоскоп. Окей. Древний стетоскоп, судя по всему. Кусок бумаги. Журнал Максимилиана Ройваса. Так, он следит за слугами своими. Окей, они все были монстрами.
Типа у одного шея удлинилась. Хорошо. Ясно. Теперь все ясно. Оу! 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 Монстры появились в доме! Лол! Ну, понеслось! Ну, понеслось! Чудовище! Ну, давай зеленую-то, ну. Накати вменяемости, игра мне. Так, что, надо саблю тогда экипировать, вернее, Гладиус. Сомневаюсь, что будет еще одна страница, но не исключено. Интересно, что у нее не понижается полоска. Окей, стетоскоп. Стетоскоп нужен в подвале. Ха, любопытно. Голова перестала следить. Это уследила. Привет, Арсений. Я уже сказал, что интересно, что... А, нет, все нормально. Ебать, толпы идут. Ну, мы подходим к тому месту, я так понимаю. Которое было в самом начале. Комната, в которой было куча щеглов всяких разных. Здоровался, привет, Арсений. Дважды поздоровался вроде, на всякий случай. Привет. Так, он сказал, стетоскоп нужен. А чё, в смысле? В районе 60. В районе, да, 60. Да? Все правильно понял. Чего? Пятьдесят девять.
83. Восемьдесят три, 41, что ли, что-то типа того. Что он вокруг делать? Пятьдесят девять. Блять, это самый странный сейф, который я когда-либо видел в видеоиграх. Чё было-то? 40? Сорок четыре, пятьдесят... 44-48, что ли? Просто 83 здесь. Ты делаешь круг зачем-то полный. Или 82, там сколько. Да что? Чего? Ты издеваешься? Чего? Блять, что за уебанский сейф, как это говнина просто. 59, 83. Восемьдесят один, наверное. 46? 47. Всё, оно сломалось. Так. Это огурчик. Кушаешь огурчик. Личкой. Запиваешь. Просол одобряешь. 47. Блять, как же бесит, что оно не работает, блять. По-человечески, ну серьезно. Ты можешь либо зажать, либо нажимать по одному разу, но по одному разу оно не крутится, ни пизды. Оно не работает просто. Ты должен конкретно делать это как с сейфом с настоящим. Ну почему оно не работает-то, ну? Ну 80 же вот. Нет, я круг нужно делать. Обязательно. 47.
50, что ли? Пятьдесят девять, 81, 47, 50. Что? Как много там? 47, 50, 47, 50, что ли? Уже не работает. Ну камон, что это за сейф, блядь, говна? Я в ахуе. Полная хуйня, не сейф, блять, что это? Зачем вы так сделали-то? Помойка. Помойка. Чё, три цифры всего лишь? Чё? Я чё-то вообще не понял, нихера. Типа... 59, 81 и 46? А почему он дальше-то работает? Лол. Почему он дальше-то работает? Так, окей. Эссенцию куда? Каторги. Крэнк. Ооо, загадка. Все, пошла, блядь. Письмо от Эдварда. И страница. Ашес ту ашес. Окей. Storm approaches, Augustus. A storm of metal and fire. And a torrent of metal and fire! Young and vibrant. Yes, I have seen it coming. A worthy sacrifice. Странно выглядят лица монахов. That resides below to finish its channeling. With this sacrifice of souls I make unto thee, great one, the gate shall be ready to be opened, and your freedom shall be at hand. Okay. Safe.
Так, ну вот и что мне сейчас делать лучше? Мне Ashes to Ashes сделать или идти вот это делать? Wherever disaster and death lurk, there is likely to be an ancient just beyond our senses. Прах к праху. Waiting. They prey on our misfortune and exploit it toward their own twisted ends. Нет. Пепел, when пепел. Hundreds of oil fields are set ablaze on the heels of war, the ancient's grip tightens, knowing that lives will be forfeit and resources squandered. But a few people make a difference. People like Michael Edwards, a Canadian Michael industrial firefighter hired to Edwards. Put an end Пожарный. To insanity at the end of the war. Ironically for him, 1991. Средний Восток. Знакомые локации сейчас увидим. How's the temperature in there? It's hotter than hell here. I'm getting a little nervous about this one. It feels more out of control than the others. More powerful. I don't know how else to describe it. This is the safest way to blow out these things. You've done this enough to know that. It's by the numbers. It's all good. Just relax. Подожди, они что тушат-то? The water spray are there, so you're probably right. We've got 500 pounds of 80% nitroglycerin grade dynamite on in place. We're good to go. Edward, you can pull your team back now. Нефтяная вышка? Get your team to a safe distance and we'll try to kill the fire. Sure thing. Coming back now. We're getting a pressure increase at the well cap. It's gonna tear itself apart. Hurry! Get your team out of the... Ow. Фепи соверните. Ого. Он упал в колодец. Колодец ли это? Потому... Да! Да, блядь! Об этом я и подумал. Это башня, в которую людей скидывали. Только она теперь под землей. Ой-ой. Oh well. Ты как лягушонок в колодце. What the hell happened? What the hell happened? They're all dead. They're all dead. McCormick, Patterson, all gone. Только не Паттерсон. Looks like they've been buried alive under tons of concrete. Где наш друган-то? А вот и он. Take this. Guard it well. Many have perished for it. Take it. Take it to the ruins of Enga. At the ruins, a gathering of light. Aroivas. Okay. You want me to take this to some ruins under a house in Rhode Island? Take it. Save us. All. Окей, на этом, наверное, должно было закончиться, нет? Все. Нет, нас заставляют играть за него. Мне было интересно, что с этими предметами не так. То есть, типа, я их нашел давно-давно, но я их так и не использовал. Это что там, ружье лежит справа? Мне показалось. Ой! О-хо-хо-хо! Пистолет, штурмовая винтовка, гранаты. Нормально! Нормально, хорошо. А тут у нас вот. Так, я бы на самом деле. А, у него же нету этого.
Он пока... Отстань от меня. Он пока еще не в нашем клубе. О, Каирич. Каирич, привет. Есть что-то, что я должен тебе показать. Но оно еще не то, чтобы готово до конца. Но показать надо. Да? У него нет магии, очевидно. А Каир красавица. Да, очередной избранный. Спойлер лично для тебя, да. Кому? Я работаю еще. Всю ночь работаю. Так, вот этой хуйней я точно не дерусь. До свидания. Мне задник распечатать, коробку покрасить. Все будет топ. Что я сделал? А у него вообще будет магия-то? Я что-то... Я каждый раз задумываюсь об этом. У него есть фонарик. Вау. Двойная экипировка. О, ничего себе. Как щит прям. Да, в красную. Пожалуйста, игра, пожалуйста, 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 не души. Лол. Я его дематериализовал его, кажется. На велосипеде гонял в городу. Ах, как хочется вернуться. Ах, как хочется ворваться в городок. На эти улицы три дома. Да все просто и знакомо. На денек. Где без спроса входят гости. Где нет зависти и злости. Нихуя я даю, смотри. Что это такое? Reflection Glaze. День рождения справляюсь. Что это? Что-то сюда можно поместить. Вот это? Нет. Вот это? Нет. Нет, нельзя. Очевидно. Я честно хотел сказать, ты игра охуела. Я только в комнату вошел, вы меня убиваете сразу. Это что такое-то? Ладно, игра все еще умудряется меня потроллить чуть-чуть.
Я, кстати, понял, как комбо делать. Еще заброшил у персонажа, но я ничего не сказал. Я думал, мне показалось. Я просто... Это что такое? Став. Окей, батарей став. Ты, если, короче, прицел не держишь и просто спамишь кнопку удара, то он начинает делать комбо. Типа... Типа вот так. Топор мощный. Кстати говоря. Так, я уже понимаю, что, скорее всего, мне нужно вернуться. О, не надо. Что это такое? Золотой амулет? Не, дружище. Не, пацаны, не-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 не. Не сегодня, сорян. С вами двумя я определенно не дерусь. Вообще ничего не восстановилось. Хотя на деле должно было хотя бы половину восстановить. Чё это такое? Подожди, наши маленькие города. Ну вот эти, знаешь, типа есть... Ты живешь в большом городе, но где-то рядом есть маленький город. Его почему-то называют городок. Ну такой маленький. Городок. А я не колдун, нихера, слышь, алё. Куда-то может подойти. Я удивлен, что я до сих пор магию не нашел. Вот это прям очень удивительно. Ну не может быть, что он один-единственный будет непосвященным. И магии у него не будет. Ну это ж бред. Да хоть там бесноваться-то, ёб твою мать. Задолбали. Так, это вообще поначалу, да? Здесь есть другой выход. Ну, видимо. Нет. Ради разнообразия. Ну, блин, у него нет хилок. Просто одно дело, если бы, ну, они компенсировали это хилками, я был бы не против. Но на данном этапе хз. Хорошая это была бы идея такое делать. Или нет. Ну, где-то там. Я думаю, отсюда, ну, нет, подожди. Я так понимаю. Yep. Индиана Джонсим. И чё это? Я надеюсь, это не убьет меня. Чё?
Ну, блять, очевидно, что это надо потрогать, нет? А, ты можешь еще и вниз целиться. Рикошет в одну сторону, рикошет в другую. Много. Рикошет в центр. Чуй-то. Ну, пора книжку получать. Окей. Где наш сертификат этого? Сертификат великого колдуна. Мне кажется, он бы сказал HELL NO! Так. Все еще не нашел заклинание последнее. Щит. У него очень мало маны. Очень мало. Так, теперь... Сейчас я вменяемость ему верну, а то что-то меня раздражают эти стоны. Что, какое-то новое место? Есть, курить. Не, друж. Вначале они пытались сделать так, что просто находил хилки. Ну, вернее, не находил, тебе их просто давали с самого начала. Время пистолета. Буп. 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 Зато он, на удивление, выносливый. Так, а это та же самая комната или что? Мы же здесь были уже, да? Да, мы были здесь. Это будет самое начало, не?
Ой, да прекращай уже ныть. И это все, что ты восстановила, лол. Так, мой вопрос, что делать? Я не буду показывать, что вот сюда надо идти. Да прекращай уже ныть. Все хорошо. Я другие сначала схожу в двери. Но игра реально очень длинная, прям беда. Но благо мы уже близки к концу. Я вообще даже не знаю, вообще нам нужно это делать, вот эту вот, вот эту страницу. Сугой! Да-да-да-да-да, сугой! И что? Здесь что-то вообще ничего нет. Окей. Странно. Что-то здесь пропустить в этой части локации. Тут могла быть дверь где-нибудь еще, да? А может и нет. Ну, то есть я не против длинных игр, если они интересные, но... Ну, что-то меняется постоянно. Здесь, да, меняется, но геймплей не меняется в общем момент. Хотелось бы что-то еще. Что было? А, да, спасибо. Спасибо, что управление зазеркалили. Спасибо большое. Кто там? Да кто там меня, блядь, сквозь стены-то видит? Что это такое-то вообще? А, эти хуяторы. Давай домой. Там, кстати, была лестница, да? Это лестница? Я не заметил ее. О, мясо, мясо, мясо. Мясо, дерись. Мясо, ты победишь, я верю в тебя. Мясо! Вроде. У меня это что-то выкачивается. Синий туман. Синий туман. Тихо.
угомонитесь. Так, опять-таки ничего. Куда это прибить? Это вообще ничто. Подожди, стоп, чё? Знакомая комната, кстати, да? А, нет, вот есть проход. Знакомая комната. Обелиск какой-то странный. Я вижу там круг силы из трех и символы знакомые. Сейчас я сбегаю туда, а потом сюда вернемся и я так понимаю, эту штуку мы откроем. Здесь просто явно будет тупик. Это Антониус, у него этот... Так, это кто? Этого мы не знаем, кто это. Колдун. Такого мы вроде не видели, товарищи. Школяр! Школяр! Это этот? Подожди. Подожди, мы точно такого не видели. Не помню. Ну вот этот вроде как его, ну что, в подвале-то умер с двуручным мечом, это он? С этим все понятно, это наш главный злодей. Сугой! Да, 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 камон, Сугой! Как думаете? Да, это была одновременно плохая идея, одновременно неплохая идея. Да? Быстрее. Себя правильно сделал, да? Здесь синяя, там красная, здесь зеленая. Да, опять пипиську нарисовали на карте. Вообще что ли с ума сошел? Это не очень. Топором было в разы быстрее. Или наоборот нужно сделать. Да, нормально.
Сейчас я попробую так. Так, три удара по руке по одной, три удара по руке по другой. О, нет. Да ну ты заебешь. Дай ему в бой. Ты выживешь, надеюсь? Окей. По-моему, ничего не изменилось. По-моему, ничего не изменилось. Пиписька на карте все так же нарисована. Так. Так, значит, план следующий тогда. Давай попробуем против. То есть, если это зеленый, то против него надо использовать красный. Если это прокатит, то хорошо. Если нет, то я уйду. Ай-яй-яй! А чего? Недостаточно маны. Достаточно маны. Окей, зеленый. Да, пробуем красный. Не работает. Работало бы, я думаю, мы бы уже увидели какой-то результат. Это выглядит очень подозрительно. Да все, все, все. Так, а чё, чё делаем-то? Тогда, а, заклинание. А, как-то, ну я запомнил, короче. А, что это за заклинание-то? Не спал. Тройное обычное. Вот эта хуйня. И вот это. Вот это. Summon Trap Spell. Что такое старушка? Все, спать пора. Косочка, бабулечка. Тренировалась уворачиваться в Секиро 2 часа, ничего не получилось. Классная игра, да, согласен. Там надо монитор 122 герца.
А, могу я уйти сразу? Прям сразу вот могу? Спасибо. Чего это? Последнее заклинание. Bind. Нет, Тэпрекинь, я собрал все. Я собрал все заклинания. Ура, ёп. Что это за заклинание? А, это магия... Чего? Приручать существ, что ли, можно? Интересно. Ну, там надо побольше гет. В общем, я об этом. Наверное, я не знаю. Просто, ну, там много парировать надо. Поэтому есть подозрение. Банкару катарак. Хорошо. Чё ты делаешь? Я вообще ничего не нажимал. Ты гранат, что ли? Сработало? Не похоже. Банкаро катарак. Хорошо, новое заклинание. Большое. Банкарок. Атара. Буп-буп-буп-буп-буп. Да? Я так и сказал, что это не мое. То есть, там две механики, одна механика, на которой основана вся игра, это парирование. И та механика, которая делала для меня Dark Souls всегда более-менее играбельным, это прокачка. И не того, ее нету, короче, нормальной прокачки. То есть, если тебе плохо, то тебе плохо. Сиди, учись. Как игру проходить. Как говорится, лол не дамажься. Уе, сработало. Ебашь его! Да! Что это, кокаин? А, это взрывчатка. Это кто сказал? Воу-воу-воу-воу-воу, ты чего? Чего размечтался? По поводу кокаина? Или что? Так точно? Ладно. Участковый косуля. Да как много надо-то? Сколько у меня вообще? Всю полоску, что ли, надо? Или чё? Смотри, какое место неудобное. Кривой, да ровный. Ракурс под углом просто. Как горизонт завалил. Это фишка этой игры. Заваленный горизонт. А, у меня глюки. Да, у меня глюки. Я, знаешь, никогда не понимал, как это у людей работает.
То есть, ну, типа, одно дело, когда ты стоишь в комнате и все наклонено, а другое дело, когда ты просто смотришь на что-то, и оно наклонено. И тебя это беспокоит, тебя это тошнит и все остальное. Чего? Как это работает? Это сложно в понимании моем. Пицца объелась, аж дышать тяжело. Ужас. And I will always love you. А куда мы должны попасть-то? Он сказал мост уничтожить. Может быть, это надо взорвать? Нет. Есть теория, что этого может быть недостаточно. 3 минуты. Сугой. А я тем более хз, как это работает. А, я Б нажал в прошлый раз, я думаю, что такое. Но это же не сработает. Что ты делаешь? Не-не-не, стоять. За хрена ты это сделал-то вообще сейчас? Reveal Invisible я хотел. Может быть такое, что вот та магия, которая и здесь работала, сработает и тут. Вызов. Ну-ка, пиздюка. Не работает. Все, дохни. Не понимаю. Нам сказали пойти и мост взорвать. А где этот мост-то, я даже не знаю. Я ж не видел его. Ну, то есть я видел его, я знаю, что это за место. Там эти головы вылезали. Но где это конкретно? В ту яму вроде нельзя было, откуда вылезали эти. Все сложно.